Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Бизнес начали наказывать за отсутствие списков по обязательной вакцинации. Об этом сообщила глава Кировского Роспотребнадзора Елизавета Белоусова на очередном заседании штаба по борьбе с коронавирусом. Решение об обязательной вакцинации сотрудников в ряде сфер она одобрила 11 октября к 10 декабря. В организациях, подпадающих под постановление, должно быть привито не менее 80% сотрудников. Также была обозначена дата 15 октября, когда работодатели должны были направить в поликлинику списки своих сотрудников. По отношению к тем, кто не предоставил списки, применяются решения о привлечении к административной ответственности, заявила Белоусова. Программа «Экономика». Торговать алкоголем в магазинах, в жилых домах хотят запретить. Проект закона подготовлен прокуратурой, пишет Бен Киров. Это должно помочь решить проблему незаконной торговли алкогольной продукцией в магазинах формата 24 часа. Они торгуют по ночам, когда это запрещено. Штрафы небольшие, до 2000 рублей для продавцов, для владельцев до 40. Поэтому прекратить незаконную торговлю в таком формате власти не могут уже несколько лет. Если предложение прокуратуры одобрят депутаты УЗС и поддержат губернатор, будет запрещена продажа спиртного, за исключением общепита, в помещениях, переведенных из жилого в нежилое, не расположенных в многоквартирных домах, а также в помещениях в цокольных и подвальных этажах таких зданий. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Пассивный доход интересует многих. Можно сдавать помещение в аренду, наращивать депозиты, записать видеокурс почему-нибудь и продавать его. А можно сдать автомобиль в аренду таксопарку. В Кирове это приносит от 26 тысяч рублей в месяц. Доступно партнерам компании «Пулос Парк», рассказывает ее основатель Олег Юдин. Пассивный доход для собственника автомобиля. Важно соблюдать баланс, чтобы было выгодно каждой стороне. Сейчас у нас около 80 автомобилей, и порядка 60% из них – это автомобили наших партнеров. Мы не просто даем автомобили в аренду, а предлагаем схемы заработка для водителя, подключаем их к заказам Яндекс.Такси, обслуживаем автомобили и решаем все возникающие вопросы со стороны водителя и собственника автомобиля. Непосредственно собственнику автомобиля остается просто получать пассивный доход. Узнать, как стать партнером «Пулос Парка» и более подробно ознакомиться со схемой работы управляющей компании можно на сайте доходкиров.ру. Записаться на консультацию можно по телефону 73 74 11. А если вы хотите в аренду автомобиль взять, то тоже звоните 73 74 11. Экономика. Завершение о валютах на сегодня. Официальный доллар 70 рублей 66 копеек. Курс евро 81 рубль 79 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.